Пресс-подборщик тюковый, стандартный тюковый пресс-подборщик. С шириной захвата, с рабочей шириной 150 сантиметров. С измельчителем. Вот измельчитель что из себя представляет. Есть зубцы, которые встроены в машину, и есть, которые двигаются. И с помощью этих зубцов, измельчителя, солома измельчается до 3, максимум 5 сантиметров. Максимум. Обычно 3 сантиметра длина. Такой в виде, если будет прессовать машина. Вот что из себя представляет измельчитель. Вот она в таком виде крутится и измельчает солому. В Турции очень распространено. Она вот так крутится отсюда. Для этой машины нужно 90 лошадиных сил трактора. Трактор должен быть чуть-чуть мощный, чтобы смог привести в рабочее состояние измельчитель и саму машину. Также есть в измельченном виде пакуется пресс, то используется три узловязателя. Три узловязателя стоит на этой машине. Вот. Что из себя представляет машина с измельчителем? По дополнительному заказу сюда можно надевать третье колесо. И также можно надеть третье колесо. Это часть машины для жатки. Это опция, это дополнительно заказывается. В зависимости от полей. В Турции очень мало кто использует эти колеса, поэтому в таком виде продается эта машина. А тот, кто, у кого поля с ямами или же неровные, в том случае запрашивают именно такие колеса тоже.